несмотря на свою определенную камерность, оно, в общем-то, классического плана. По Согласна. звучанию, по затрагиванию струн души, аккумуляции тех мыслей, которыми человек, вот слушая эти песни, он в себе что-то сосредотачивает, и сосредотачивается сам, и идет дальше в определенном целеполагании. Ну вот это дорого стоит. Спасибо. Меня наполняет частичкой того знания, о котором я не знал. Ну, я имею в виду в последнем времени. То есть мы живем и познаем. Вот сегодня это, ну, будем говорить, день, час моего познания нового, вот этого искреннего, душевного, сердечного, я бы сказал, и умного добавил бы здесь. Вот. Поэтому, ну что, я признателен, благодарю, спасибо.